Всем привет! Передо мной балочка 74 серии на 72 ватта. Балка идет в двух вариантах. Комбинированного света и дальнего. В данном случае у нас комбинированный. Центральные отражатели идут гладкие, боковые рифленые. Балка крепится на двух точках, которые скользят по всей длине балки, фиксируются где удобно, где нужно. И на каждую бабушку сажается вот такая салазка. Салазка, она крепится, да, то есть здесь на два болта, здесь на два болта, и позволяет регулировать угол высоты. И фиксируется уже к нужной конструкции центральным болтом. Все болтики в комплекте прилагаются. Для каждой салазки идет вот такой комплект. Четыре маленьких болтика, один большой. Проводка в комплект не входит. То есть вот такой конец для врезки есть. Вот. При необходимости комплекты проводки есть у нас в магазине. Их можно приобрести в разделе аксессуары. То есть в проводку входит реле, предохранитель, ну, кнопка и сам кабель, естественно. Значит, высота балки составляет ровно 8 сантиметров, глубина 6,5 сантиметров. А длину, ну, сейчас опять же зафиксируем. Длина ровно 30 сантиметров. 30, ну, на видео немножечко скашивается, да, но ровно 30 сантиметров составляет балочка. Ну, а дальше вы увидите ночной обзор, как балочка светит. Балка на диодах Cree в комбинированном исполнении 74-72. 72 ватта. Небольшая балочка. метров до ворот. И все тот же хороший боковой засвет. Теплотень в перчатках, да?